Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Realme 9i, и в этом видеоролике мы вам покажем, как очистить хранилище этого телефона от всякого мусора и ненужных файлов. Для этого мы заходим в приложение, которое называется «Диспетчер телефона», которое по умолчанию на данный девайс предустановлено, удалить его отсюда нельзя, оно 100% где-то у вас есть. Выглядит видео вот такой вот молнией на синем фоне. Нажимаем на это приложение, при первом входе нажимаем «Согласиться», и здесь у нас начинается сканирование. Нажимаем «Оптимизировать». У нас ускоряется наш телефон, у нас очищается хранилище, то есть удаляется все ненужное, и здесь нажимаем «Готово». После этого мы можем еще выбрать пункт управления приложениями и поудалять какие-то приложения, которыми мы давно не пользовались. И здесь мы смотрим весь список приложений, выбираем нужное нам приложение, в которое мы не заходим, и его удаляем. Также есть второй вариант, который более хорошо работает, это при помощи приложения Files, которое тоже на данный девайс предустановлено, так что заходим в него, выбираем слева снизу пункт «Очистка», и здесь можно очистить ненужные файлы. Можно очистить большие файлы, которые телефон считает ненужным, но здесь нужно уже вручную выбирать, что реально вам не нужно, а что нужно. Также здесь вам предложат удалить какие-то приложения, которыми вы не пользуетесь, предложат вам удалить какие-то дубликаты и так дальше. Больше видео о данном девайсе смотрите у нас на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!